בוא נברך את תורתנו הקדושה ביום הקדוש הזה שנותן לנו, נזכר שנותן לנו תורתו ונשיר ונעלה לתו ונעלה לתורתו הקדושה. Давайте прославим Господа за то слово живое, которое Он даровал нам. אין כמוך בעלים, אדוני, ואין כמעשיך, מתחולך מלכות כל העולמים, ממשלתך בכל דור ודור. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלוך לעולם ועד. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלוך לעולם ועד. ויאמר משה קום אדוני ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מבניך כי מציון תצא Мы сейчас с вами прочитаем из самой последней главы книги Второзакония. И это недельная глава, последняя, которая заканчивается годовой цикл. Она называется «Везот Абраха» и «Вот благословение». То есть то благословение, которым Моше благословил израильский народ. Подожди. Барху это Адонай Меворах. Барух Адонай Меворах леолам ваэд. Барух Адонай Меворах леолам ваэд. Барух ата Адонай Элоэйну Мелех аолам, ашер бахар бану миколь амим, ванатан лану эт торато. Барух ата Адонай нотена тора. Благословен ты Господь, Царь Вселенной, который даровал нам Тору, который избрал нас из всех народов и даровал нам Тору истину. Благословен Господь, дарующий Тору. וזאת התורה אשר ברך משה, איש האלוהים, את בני ישראל לפני מותו. ויאמר אלוהים מסיני בא, וזרח מסעיר, דמו, ופי המהר, פארן, ואתה מרבבת קדש מימינו, השדת למו, אף חווה רמים, כל קדשיו בידיך, ואין תחו לרגליך. יישא מדברתך תורת צבאה. צווה לנו משה, מורשה כאלת יעקב, ויהי בישרון מלך בהתאסף ראשי עם, יחד שבטי ישראל, יחי ראובן, ועל ימת, ויהי מטב מספר. וזאת ליהודה, ויאמר שמע אדוני כל יהודה, ואל עמו תביאנו. ידיו רב לנו, ועזר מצריו תהיה. אמן. אמן, חזק וברוך. Я прочитаю на русском эти слова. То есть это последнее благословение, которым Моше, он благословил
все колена Израилевы, все 12 колен перед своей смертью и перед тем, как они должны были войти в землю израильскую. Вот благословение, которое Моисей, человек Божий, дал перед своей смертью сыновьям Израиля. Он сказал: «Господь Синая пришел, он воссиял над Сеиром, явил себя на горах Парана, пришел из Мериват как Кадеша со склонов с юга. Любит он свой народ, все святые в руке твоей, все они у твоих ног, исполняют повеления твои. Моисей наставление дал нам, даровал его общине Иакова. И встал царь во главе Ишуруна, когда собрались вожди народа, когда племена Израиля собрались. Пусть Рувим не умирает, живет, пусть немного людей будет в племени этом. Вот что сказал он об Иуде: услышал Господь глас Иуды, приведи его к народу его. Он своими руками защищает себя, помоги ему справиться с врагами. А Леви он сказал: твои тумим и урим у того, кто верен тебе. Ты его испытал в массе, призвал на суд у вод Маривы. Он знать не знает отца и мать, братьев не признает, не узнает сыновей слова. Слова твои он хранит, соблюдает договор с тобой. Он Иакова учит законам твоим, Израилю возвещает наставление твое. Пред тобой воскуряет жертвенный дым, возлагает всесожжение на жертвенник твой. Благослови его мощь, Господь, дела его да будут угодны тебе. Чресла недруга его сокруши, пусть враги его не поднимутся впредь». И это благословение продолжается. То, что мы сейчас делаем, мы начнем перематывать свитки на самое начало. И каждый мужчина, кто желает, он может в этом участвовать. И мы будем это делать под музыку. А потом, когда мы все перемотаем, мы прочитаем с самой первой главы «Бытия». На самом деле это достаточно серьезный торжественный момент. И мы всегда знаем, что Руах Акодеш, Божий Дух, особенным образом действует, когда мы перематываем свитки. Кто хочет поучаствовать, просто становитесь с одной стороны и с другой, и мы будем меняться. Я хочу попросить ребят, чтобы помогали тем, кто не умеет одевать правильно талиты, чтобы помогли им одевать.
читаем с самого начала, с первой книги «Бытие». А потом у нас еще было много танцев с Торой, и тоже каждый может поучаствовать, и как мужчины, так и женщины. Я читаю самой первой книги, которая называется «Берешит». На русском это называется «Бытие», но на иврите оно переводится «в начале». «В начале сотворил Бог». «Берешит бара Элоим» — это «Шамаим» и это «Арец». «Ва арец айта тоу ва воу, вехошех аль пней теом, веруах Элоим мерахефет аль пней аймай. Ва йомер Элоим, ии ор, ויהיה ор, ויראה Элоим это ор китов, ויבדל Элоим בין האור ובין החושך. ויקרא Элоим ליור, לאור יום, ולחושך קרא לילה, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. ויאמר אלוהים, יהיה רקיע בתוך המים, ויהיה מבדיל בין מים למים, ויעש אלוהים את הרקיע, והבדל בין מים אשר מתחת לרקיע, ובין מים אשר מעל לרקיע, ויהי כן. ויקרא אלוהים לרקיע שמיים, ויהיה ערב ויהי בוקר יום שני. ויאמר אלוהים, יקבעו המים מתחת השמיים, אל מקום אחד, ותיראה היבשה, ויהיה כן. ויקרא אלוהים ליבשה ארץ, ולמקווה המים קרא ימים, וירא אלוהים כי טוב. ויאמר אלוהים, תדשא הארץ, דשא עשב מזריע זרע, עץ פרי עשה, פרי למינו, אשר זרעו בו על הארץ, ויהיה כן. ותוציא הארץ דשא עשב מזריע זרע למינהו, ועץ עושה פרי אשר זרעו בו למינהו. ויראה אלוהים כי טוב, ויהי ערב ויהי בוקר יום השלישי. Давайте на русском прочитаем то же самое, пожалуйста, высвети с первого стиха. Вначале сотворил Господь Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною. И Дух Божий носился над водою. И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, что он хороший, отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью, и был вечер, и было утро, день один. И сказал Бог, да будет ветвь посреди воды, и отделяет она воду от воды. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью от воды, которая над твердью, и стала так. И назвал Бог твердь небом, и увидел Бог, что это хорошо, и был вечер, и было утро, день второй. И сказал Бог, да соберется вода, которая под небом в одно место, и да явится суша, и стало так. И собралась вода под небом в свои места, и явилась суша. И сказал, назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями, и увидел Бог, что это хорошо. И сказал Бог, да и произрастит земля зелень, траву сеющую семя, и дерево плодовитое, приносящее породу своему плод, в котором семя его на земле, и стало так. И произвела земля зелень, траву сеющую семя породу, и по подобию дерева плодовитое, приносящее плод, в котором семя его породу. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро, день третий. Я хочу прочитать сейчас последние стихи из этой главы. Это про шаббат. «Ваяхулю ашамаем ваарец, вихоль цваам, ваяхал Элоим ваём ашвии, малахато ашараса». וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה, ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. Это вторая глава самого начала. И так совершены небо и земля, все воинство их. И совершил Бог седьмому дню дела свои, которые он сделал, и почил день седьмой от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день и освятил его, ибо вон и почил от своих дел, которые он сотворил и созидал. Вы знаете, эти стихи можно истолковывать до бесконечности, но сегодня мы не будем их толковать. Сегодня мы их просто прочитали, и пусть душа и разум каждого из вас толкует эти стихи так, как вам угодно, потому что Божий Дух здесь находится и дает вам впечатлиться каждому по-своему. Перед тем, как мы свернем свитки и продолжим нашу программу, я хочу еще что-то сделать. Вы знаете, как я уже говорил сегодня в самом начале, из Израиля вышла Тора и Слово Господне из Иерусалима. Оно вышло и распространилось по всему лицу земли.
и язычники, которые, ну, простите за выражение, вокруг дерева танцевали с кровавыми жертвами в руках, вокруг идолов, вдруг стали веровать в Творца, единого Бога Авраама, Ицхака и Якова, вдруг увидели путь, истинную жизнь, который есть Иешуа, Хамашия, про которого мы сегодня много говорили. И вы знаете, 2000 лет назад все это вот случилось таким образом, когда из Израиля истина разошлась по всему лицу земли. И на самом деле там случилось что-то не очень хорошее. Она там потерялась. Истина потерялась там. И вот мы живем через 2000 лет назад, когда истина стала возвращаться сюда назад. И в Творца, и в Машиаха. Но есть как бы удерживающие эту истину от израильского народа силы. И пользуются они тем, что когда-то много веков назад некоторые из язычников, которые уверовали в Бога Израилева, в оплошности своей сказали: Израиля больше нет будущности, не нужен Израиль никому. Мы сейчас вместо Израиля. Вы знаете, сегодня Святой Дух, Божий Дух, открывает большему и большему числу не евреев, верующих в Бога Авраама, Ицхака и Якова, что сюда должны вернуться сила и власть и откровение. И праздник, в котором мы вот сейчас находимся, Симхат Тора, радость Торы, и Суккот, Шмини Ацерет, когда все заканчивается, это праздник, когда в Израиль приезжает очень много гостей. И сегодня здесь в зале присутствуют лидеры, руководители христианских больших собраний с разных мест земли. Я хочу позвать их сюда, чтобы они вышли и сказали, может быть, я вложу им слова в уста. Вы меня простите, но вы меня знаете, я вас не обману, и вы доверяете мне. Я вам скажу, что сказать. А вы подумайте, если вы согласны, вы скажете это благословение. Но я хочу в любом случае вас здесь видеть. Пауль, пожалуйста, все, Паша, еще с вами, кто приехали, ребята, подойдите. Одни из Германии, другие из Казахстана. Старые друзья. Это товарищи. Where are your people? Да. Собрались вместе. Вы потом поговорите. Вот что от вас требуется сейчас. Совсем немного. Мы хотим продолжить праздновать. Когда-то, 2000 лет назад, эта история записана в Деяниях апостолов, в 15 главе. Там собрались еврейские апостолы, и они затруднялись и не знали, как поступать с уверовавшими язычниками. Святой Дух сошел на них. И они сказали: мы не будем требовать от язычников ничего, кроме соблюдения первого, второго, третьего, а потом все остальное вот делают так, как все, и все будет нормально. Я хочу, чтобы вы произнесли подобное благословение для Израиля. Мы благословляем израильский народ и просим Творца дать Израилю познать все откровение, которое ему предназначено. Очень просто. Освободите нам вот это благословение, чтобы здесь распространялась истина Божья безостановочно. Сейчас она, сори, что я говорю, во многих местах по всему миру удерживается. Как мы отдадим евреям собственное? Оно нам тоже нравится. Вы слышите меня? Вы поняли меня, да? Павел? Пожалуйста. Очень просто. Великий Мессия пришел с этого народа. И нет ничего больше драгоценного в моей жизни, чем Иешуа. Иешуа спас меня дважды. И один раз через женщину-еврейку. Когда умирали в роддоме, она вдруг взяла мою мать и увела в сторону и принимала роды. Я знаю, что народ Израиля, он благословен. И благословение Божие будет высвобождено на него. И будет излита великая благодать. И мы верим и молимся за израильский народ.
Мы переживаем вместе с Ним. Мы страдаем вместе с Ним. И мы любим этот народ. И я верю, что это есть благословение для израильского народа. Мы ценим вас. И верим, что в один момент, в великий момент Его славы, Ишуа придет и не умедлит. Он придет и спасет свой народ. И мы верим, что высвободится великое благословение в познании Спасителя. Да благословит вас Господь. Спасибо израильскому народу за Иешуа. Спасибо за то, что Он пришел через вас в этот мир. И мы познали спасение, познали Творца. И пусть благословение Творца прибудет на вас, чтобы сила была, помазание, Дух Божий был здесь. И истина от Него пребывала на вас, чтобы эта истина распространялась дальше по всему миру. Благословение. Аминь. Я очень рад быть среди вас и быть в Израиле. Мы любим посещать Израиль с моей женой Наташей. Я с детства был воспитан, верил в Иисуса и в Иешуа. Я очень рад, что однажды благодать истины вышла из Израиля. Это было очень давно. И все народы мира сегодня знают имя Иисуса Христа. И я очень рад, что эта истина вернулась снова в Израиль, как и говорил Олег. Поэтому я от всего сердца благословляю вас, благословляю Израиль, чтобы эта истина действительно стала достоянием всех израильтян. И откровение о самих себе, то есть в народе израильском, умножалось и достигло той высоты, той глубины, которую Бог для вас приготовил. Будем благословлены. I'm a Canadian from Vancouver. Вообще-то я канадец. I work in Kazakhstan for 25 years. Но 25 последних лет живу в Казахстане. God picked me up like Abraham and put me in the country that I didn't know. И подобно Аврааму я попал в страну, которую я даже не знал. I struggled for 10 years. Мне было тяжело 10 лет. Didn't know the language or the culture. И было очень тяжело с культурой и языком. Then the next 15 years. Но последние 15 лет. God blessed me greatly. Но я сейчас благословлен, все стал понимать. Как-то. Now today I come here for the first time. Но для меня первый раз сегодня в Израиле. I have great respect for the Jewish people. И я имею громадное уважение для всего еврейского народа. David's my hero. И они всегда были моими героями. I love David. Я люблю Давида. I love Paul. Я люблю Шауля. But since I landed in the airport and came down the highway today. Но сегодня, когда мы приземлились сюда и поехали по дороге по направлению Хайфа. I wonder why God would choose this land for rocks. Я все удивлялся, что это Бог избрал эту землю полную камней. He had the whole world to choose from. Он мог весь мир выбрать, и есть места как бы покрасочнее. That or nothing, это нечестно, я думаю. Я думаю, чего это, почему это вот так? But nothing's impossible with God. Но Бог, Он знает, что Он делает. In Genesis He said, "Be fruitful and multiply." И Бог сказал еще в Бытие: будьте благословенны и умножайтесь. And there's a special blessing on you people. И вы, люди Израиля, на вас особенное благословение присутствует. And the world is waiting for you to lead us. И мир ожидает, чтобы вы опять в духовных вещах стали нашими вождями. You are the head. Потому что по Писанию вы не хвост, вы you голова. Are first. Вы первое избрание, и вы не последнее. You gotta get that down in your heart. И в ваших сердцах там внутри находится громадное благословение. You gotta forget what's behind.
и вы забудете прошлое, and you gotta press for that moment. Забудете боль и разочарование, и будете продвигаться вперед. One day this is the center of the universe. И опять центр мира вернется сюда. Not long. Not long from now. И это недалеко до этого момента. It's gonna be wonderful. И это будет прекрасное чудесное. And the whole world is looking to you. И весь мир смотрит на вас сегодня. God has a plan for you. Бог имеет благословение для вас. Amen. 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 Заметили, было не больно, а получилось лучше, чем я планировал.